Добрый день, уважаемые друзья. Прежде всего, хочу сказать, что я доволен, что при голосовании сегодня за изменения в бюджет наша группа проголосовала за. Переселенцы получат примерно 20 миллиардов гривен. Это существенная помощь. И считаю, что в этой ситуации это будет деньги крайне нужны для людей, которые потеряли все из-за войны на Востоке. И на по всей стране, которая сегодня катится валом, прошла по каждой семье. Я думаю, что решение по изменению бюджета было правильным. Мы его поддержали. Кроме того, считаю, что те решения, которые сегодня нужны для поддержки переселенцев, формирования органа центрального, который должен заниматься их проблемами, сегодня уже это признают все. Я буду бороться за то, чтобы это было реализовано в ближайшее время. Я уверен, что так и будет. Спасибо всем, всем живыми, здоровыми.